семена петунии Spherica F1 Salmon Morn прорастают на вторую-третью неделю после посева в феврале-марте. Лучше всего их сеять в горшочке с легкой, питательной, хорошо увлажненной почвой и размещать на теплых местах. Цветники или уличные вазоны растения пересаживают в мае, когда уже не будет угрозы весенним заморозков. При регулярном поливе первые цветочки появляются в начале июня. Цветение длится до октября. Цветы отличаются крупными размерами и прекрасным красным оттенком лепестков. Они прекрасно смотрятся на шарообразном кустарнике, выращенном из семян петунии Spherica F1 Salmon Morn. Петуния гибридная крупноцветковая — это травянистые высотой от 25 до 30 см, диаметром 16 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка бело-сиреневой. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.